Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон Джек и Игорь, добро пожаловать в Майнкрафт, где сегодня мы будем продолжать нашу рубрику «Снайперы в Майнкрафте». Да, ребята, всем привет! Да, ребята, всем здорова! Вы знаете, что нужно делать, я в каждой серии снайпера отыгорю. Прямо сейчас ставьте лайки, пока не поставите лайк, мы серии не будем начинать, ждем, пока лайки поставят. Да, ждем, сейчас 10 секунд и продолжим, ставьте лайки. Ну, поставили? Ставьте, прямо сейчас, вот, 25 тысяч лайков, сразу же выходит следующая серия, я прям обещаю поэтому лепить прямо сейчас, а мы погнали прятаться, пошли, давайте. Ну что, пацаны? Я готов всех убивать. Ну, давай, добро пожаловать в новую серию, добро пожаловать, давайте. Так нечестно! Главное не шути про Гондурас больше, хорошо? Да, про Гондурас не нужно. Ты Гондурас. Не надо! Не надо зачем больше. Зачем я бы это сказал? Жак, это дурак, да? Все, я ничего больше не буду говорить, Игорь, все, да, забудь. Забудь про Гондурас. Все, тихо, про Гондурас. Так это нормальное слово. Да, ну да. Но лучше не надо. Ну лучше не надо, да. А пипидастер это нормальное слово? Не надо вот этого всего, пожалуйста, не надо. Ну ладно, хорошо. Успокойся, Игорь, успокойся, пожалуйста, ладно, успокойся. Ладно. Даже шмонька, да, говорить нельзя? Шмонька, да, тем более. Тем более, такое нельзя. Эдисон, убей его, пожалуйста, знаешь, разговорился. Игорь, пуська тоже норм. Ну пуська нормально, Игорь, ты вообще лучше не разговаривай, на самом деле. Просто сиди молча и все. Украинец на снайперской битве. Я тоже украинец, как бы, ничего? Но украинец дискриминирует украинца. Бывший украинец. Бывший украинец. А нынешний, хорошо. Все логично, вроде все логично, да. А я тогда тут вообще каким боком. Ты просто добил. И все, да. Спасибо. Настоящие друзья. Настоящие друзья, настоящие. Не положи. Не понял, так, так тебе я и надо. Целюсь Джеку, вижу его ручки. Так тебе и надо, целится он в моей ручке. Целится. Это все потому, что Эдисон знал, что происходит, что происходит. Да кто, мать его, стреляет? Это ты, Эдисон, я знаю. Ты опять стреляет по мне. Охренел совсем. Давай, стреляй по мне. Давай, ё-моё, туды-сюды. Дурак вообще, да? Стреляй давай. А кто стреляет? Если это Игорь стреляет, значит, он плохо. Это ты стреляешь, дебил! Так, в смысле, я не стрелял. Сижу за игрой, блядь, дебил. А, стоп, понятно, значит, это Игорь стреляет. Нет, это ты стреляешь. Нет, я как бы не стреляю. Нет, это ты стреляешь. Я не стрелял, я не умею стрелять. Я не понимаю, кто стрелял. Я не умею стрелять. Как я мог стрелять, если я не умею стрелять? Это ты стрелял, дебил! Ты вообще понимаешь, о чем ты говоришь, когда ты говоришь, что я стрелял, если я не умею стрелять? А, подожди, то есть ты вообще не стрелял, можно так? Я вообще не стрелял. Я, понимаешь, я не... Вдвоем стреляю! Это что за двойная пальба? Игорь, вообще выпей молоко, зелень невидимости. Выпей молоко, Игорь! Ты мне не нравишься, понял, уходи отсюда. Выпил, короче, или там. А откуда? Ты где вообще стрелял по мне, не понял. Ах ты ж говнюк, а? Тут нельзя стоять, понял, уйди отсюда. Хорошо. Минус два. Изи. 5 минут назад. Чё 5 минут назад? Мы снимаем с кем-то ненормальным. Пожалуйста, зачем ты вот завершил снайпер? Да я не знаю, вообще какой-то неадекватный. Запад. Не надо, пожалуйста. Мы это поняли. В этой рубрике мы ничего ронять не будем, я вас очень сильно прошу. Максимум мыло. И то не я, чур не я. Я мыло не буду ронять, 100%. Все, Игорь, ты знаешь, кто уронил мыло. Ты что же сказал, чурнее? Так, соп, ты тоже сказал чурнее. Ты тоже не сказал. А ты тоже не сказал. Ну, значит, вы два рояльщика вообще. Значит, Эдисон уронил, потому что, видишь. Значит, Эдисон сказал, значит, что он. Кто сказал, да, вот именно. Нет, я просто самый умный, я сказал, а вы просто не сказали. Вот. Поэтому. Вы два рояльщика, можно так. Не льсти себе, не объясните, да, все. Просто это не обязательно говорить, да, понимаешь? Да. Главное просто. Ну ты просто это не скрываешь, как бы. Я говорю правду, то что чур не я. Господи, о чем мы разговариваем? То, когда я не могу быть. Ты человек, кому говоришь, что про Гондурас нельзя разговаривать. Пришел тут самый умный. Господи, что я не за адекватные разговоры? Типа я тут самый деловой, да, Игорь? Да. Привет, ты где? Ты меня видишь? Привет. Всем привет. Ставьте лайки. Я тебе махаю руками. Я головой мотаю. Эка, скажи самолет. Самолет. Снимай трусы на дипломат.
Ну ты шутник! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Шутка самосмейка, сам посмеял, это пошутил, сам посмеялся. Сам себя развеселил. Вот, ребята, кому было весело, напишите в комментарии. Я знаю, что всем было весело. Эдисон, скажи клей. Клей. Выпей баночку соплей. Не могу, не могу поднять ногу. Идиот. Все понятно, все понятно. Идиот, что я могу сказать? Мистер Гондурас. Терен. Терен, 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 терен-ра-ба-ра-ба-рам. Кажется, если кто-то не обернется, я его порежу. Я уже столько пробежал и до сих пор никого не увидел. Ну вот, понимаешь, ну ты да, вот я это правильно. Просто кто-то крысится слишком, кто-то слишком закрысился, да, как я понимаю? Мы крысы, крысы такие. Это говорит на Мэдисон. Крысёныши такие. А я тут при чём, если я бегаю? Ты бегай, бегай. Я бегаю. А может это неправда, откуда мы знаем? Нет, это красота. Как твои слова можно подкрепить чем-то аргументом? Я вам хоть когда-нибудь врал? Вот. Я вам хоть когда-нибудь врал? Я сказал то, что я бегаю. Захреначил крысяк. Я такой, поднимаюсь, там кто-то лежит, такой, привет, привет, привет. Ну ладно, ладно, ладно. Так, а мне интересно, где еще один товарищ? Где вот этот самый, да, мне тоже очень интересно. Ты тут это самое. Я тут то самое, не то самое. Где вот этот со-самый, со-самый? Со-самое. Так, подожди, это товарищ, ага. Что такое? Как бы я понимаю, да, Жеку я нашел, Жеку я нашел. А Игоря, мать вашу, не вижу до сих пор. Молодец, Игорь просто, кэш. Игорь молодец. А, Игорь молодец. Я молодец. То есть я правильно, да, стою? В нужном месте. Нужно, да. В нужном месте. Игорь что-то время. Явно знает. Игорь что-то знает. То есть Игорь знает, чего да? Не знаем мы, да. Игорь что-то знает. То есть Игорь вообще Игорь все знает. Игорь знает максимально много. Игорь, ты вообще молодец. Ты это знаешь? Это правда. Игорь, ты это знаешь, что ты молодец? Игорь. Игорь! Что тебе надо? Игорь! Давай, блин. Как бы я уже вылез, я уже и Жеку завалил, а ты где? Вот сейчас вылези, вот сейчас прям. Забавно. Спрячьте, забавный. Месье, снайперку со своей спины, пожалуйста. У меня ее нету. Она у тебя на первом слоте лежит? Нет, у меня вообще нет ее в первом ряду. Она у тебя есть. А что мне с ней делать? Куда? Surprise, motherfucker! Я застыл. Придурок, что ли? ползу по лестнице. А я, значит, тебя уже 2 минуты жду, пока ты начнешь ползти по этой лестнице. Что ты знал, что я там буду ползти? Потому что я тебя видел еще 5 минут с балкона, как там пробегал в этом туннельчике. 5 минут назад тебя видел, да. Где ты меня видел? А в этом туннельчике снизу, вот тут, как ты пробегал. Я там сидел, ждал, 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 ждал. Вот я и пришел. Все понятно. Тактика, тактика. Типа... У нас 2-0-0, да? Да, если вот это... записи, ребята, начало записи. Так! Если сейчас этот петух! Да пошел ты в сраку! Игорь! Охренеть! Я ебал, Жаш, как ты так был? Откуда ты меня убил вообще? Я просто бежал по карте, я просто перемещаю. То есть ты возле меня был, да, изначально? Нет, я тебе серьезно говорю, я просто с самого начала побежал. Да, побежал, побежал. Так, мне это не понравилось. Это так эпично со стороны было, вы себе даже не представляете. А, ты сильно спишь, да? Да, я всех вас видел. Игорь, зигзагами, зигзагами бегай, понимаешь, он знает, он знает, он снайпер. Давай, бегай! Бегай! Ты сюда же не представляешь! Ну главное, я порезал одну свинку. Я тебе в ухо попал, Игорь, я тебя убил, понимаешь? Главное, что я свинку порезал. Я такой смотрю, Жека стоит, целится в окно. Я думаю, стрелять в него, не стрелять. Потом вижу, Игорь на него спрыгивает с этой крыши. Такой, все понятно, сейчас будет мясорубка. Потом я просто подстрелю оставшегося, и все. Я, кстати, с одного удара его убил. Просто подошел, тыкнул и дальше обратно. Пиписьки. Пиписьки.
Это плохо. Дорогие друзья. В общем, эта серия снайпера подошла к концу, поэтому, как я сказал на начале, лепите лайк прямо сейчас на вот этот видос, если хотите, чтобы следующая серия вышла как можно скорее. И также, дорогие друзья, пишите комментики, потому что Эдисон их все читает. Ну, я тоже захожу, читаю. Да, а еще нужно подписываться на все наши 3 канала, потому что у нас крутые ролики выходят на самом деле. Мы вообще забавные дебилы. Вот, да, подписывайтесь. Сам ты дебил, мы не дебилы. Спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.